Всем привет, друзья, и сегодня я вам покажу, как сделать 100 FPS в CS 1.6 в ПК под управлением видеокарты Intel. Для начала жмем правую кнопку мыши по рабочему столу, далее жмем Graphics Properties. Дальше жмем 3D, после чего во вкладке Vertical Sync убираем галку с Driver Settings и ставим ее на Application Settings. Теперь жмем Apply, и все готово. Но не стоит забывать, что если мы это сделаем, у нас могут возникнуть проблемы с FPS. Будет 100 FPS максимум, но может проседать до 40 FPS. Это зависит от мощности вашей видеокарты и процессора. Если у вас раньше было стабильно 60 FPS, а после этого начал он проседать, я не советую вам делать этот способ ради 100 FPS. А сейчас я вам расскажу, как это работает. Если у вас есть немного времени, советую послушать. Если у вас включено Driver Settings, то FPS зависит от вашей видеокарты, а если включено Application Settings, то FPS зависит от вашей игры или приложения. Например, вы поставили в игре максимум 100 FPS, то игра выдаст 100 FPS. Если вы включите настройки видеокарты, то игра дальше будет придерживаться 60 FPS. Ну и как бонус я вам покажу, как убрать черные полосы в CS 1.6. Сразу примечу, что это не работает, когда вы снимаете видео и переделываете его в HD качество с 640 на 400 качество, но когда вы будете играть в игру, черных полос не будет. Это работает в каждой игре. Приступаем. Для начала делаем все как до этого, заходим в Graphics Properties, дальше в Display. И во вкладке Scaling убираем галку с Maintain Display Scaling и ставим ее на Scale Full Screen, после чего жмем Apply, и все готово. Заходим в игру и радуемся. Ну а если я вам помог, подпишись на канал, поставь лайк, напиши коммент и поделись видео с друзьями. Ну а с вами был я, Хамизи. Всем до новых встреч, еще увидимся. Админа, можно тупо подрубить читы, как псина. Смело микрофон орать, словно свинина. Материться и ругаться, как скотина.